Всем привет! Меня зовут Стас, а это краткий пересказ сюжета фильма 2011 года под названием «Играй до смерти», который расскажет нам крайне запутанную детективную историю о группе молодых людей. С язычком? Непременно. Минутку, а мой голос считается. В колледже кипит шумная вечеринка в честь Хэллоуина. Студенты веселятся, позабыв о предстоящих экзаменах, а в центре внимания четверо друзей. Пол, Крис, Джема и Элеонора, которая, несмотря на общую атмосферу, выглядит слегка напряженной. Они поднимают тост за окончание семестра, обсуждая планы на будущее. Пол делится радостной новостью, он получил престижную стажировку. Но Элеонора, его девушка, с трудом скрывает беспокойство. Перспектива отношений на расстоянии кажется ей пугающей. К компании присоединяется Люк, завсегдатай таких мероприятий, известный своим умением раздобыть что-нибудь поинтереснее алкоголя. Он предлагает Крису и Полу попробовать диско-пыльцу. Пол сначала отказывается, но в итоге уступает и делает несколько затяжек, стараясь расслабиться. В другом конце комнаты застенчивый Феликс внимательно наблюдает за Джеммой. Люк замечает это и решает подбодрить парня, предложив ему немного смелости в виде бодрящей пудры. Воодушевленный Феликс подходит к Джемме и приглашает ее на свидание. Девушка, смягчив отказ добрыми словами, советует ему не терять веры в себя. Но этот момент не ускользает от Криса, ее парня, который начинает чувствовать раздражение. Тем временем Пол и Элеонора уходят наверх, чтобы провести время вдвоем, но их романтический момент обрывается внезапно. Пол теряет сознание от передозировки. Разочарованная и растерянная Элеонора возвращается вниз, где предлагает друзьям сыграть в правду или действие, чтобы вернуть атмосферу праздника. Игра начинается, и первая жертва бутылки — это Феликс. Он выбирает правду, и Элеонора с улыбкой спрашивает, с кем из присутствующих он хотел бы провести ночь. Феликс, немного смущаясь, отвечает, что это Джема. Это приводит в ярость Криса, который начинает высмеивать парня, игнорируя просьбы Элеоноры прекратить. Конфликт накаляется, и дело доходит до драки. Ах ты задрот! Феликс пытается защитить себя, но Крис оказывается сильнее. Джема пытается остановить Криса, упрекая его, но он остается непреклонен, а напряжение в группе достигает своего пика. Проходит несколько месяцев. Друзья неожиданно получают приглашение на день рождения Феликса. Удивленные, они узнают, что он из семьи, обладающей огромным богатством и влиянием. Несмотря на пережитый конфликт, компания решает принять приглашение и отправляется в его особняк. Крис приезжает в особняк вместе с Люком, все еще испытывая обиду на Феликса и считая его виновным в разрыве с Джеммой. В это же время бывшая девушка Криса отправляется к Элеонор и Полу, которые также сталкиваются с трудностями в отношениях. С момента возвращения Пола после стажировки прошло уже несколько дней, но он так и не проявил к Элеонор интимного интереса. Это вызывает у нее чувство неуверенности и заставляет думать, что он, возможно, утратил к ней интерес. У ворот их встречает смотритель, Вудбридж, который сообщает, что основной дом закрыт на ремонт. Он указывает путь к хижине в лесу, где должно пройти празднование. Путь через густую чащу добавляет атмосферности, особенно когда они натыкаются на грязную лужу. Элеонор, заботясь о своих дорогих туфлях, просит, чтобы Пол перенес ее на руках. Крис, воспользовавшись моментом, предлагает тоже Джемме, надеясь восстановить ее расположение. Когда компания добирается до хижины, их встречает Джастин, старший брат Феликса. Он извиняется за путаницу, объясняя, что Феликс задержался из-за отмены рейса из Чили, где он работал волонтером. Однако Джастин приглашает гостей остаться, пообещав, что они смогут устроить вечеринку сами. Он предлагает шампанское и еду, стараясь развеять их сомнения. В непринужденной беседе Джастин рассказывает о своей службе в Афганистане и о том, как сложно пришлось его семье. Но его тон меняется, когда разговор заходит о Джемме. Он замечает, что она была бы идеальной парой для Феликса. Крис усмехается, заставляя Джастина спросить, считает ли он, что Джемма слишком хороша для его брата. Парень отвечает, что Феликс пытался к ней подкатить на вечеринке в честь Хэллоуина, но у него ничего не получилось. Ну, он подъезжал к ней в том году, но ему не повезло. Атмосфера вновь накаляется, но прежде чем дело доходит до конфликта, Люк предлагает использовать веселящий газ, чтобы немного разрядить обстановку. Джастин отказывается и присоединяется к двум девушкам.
Элеонор и Джемма увлечены внешностью брата именинника и с радостью вступают с ним в беседу, даже утверждая, что они являются близкими подругами Феликса. В какой-то момент Элеонор касается мышц Джастина и настойчиво предлагает подруге сделать то же самое. Однако, слегка переусердствовав, она нечаянно тянет Джемму слишком сильно, в результате чего та проливает шампанское на парня. Девушка извиняется, но Джастин лишь спокойно отмахивается от случившегося. На самом деле, этот инцидент был частью замысла Элеонор, чтобы дать подружке возможность сблизиться с красивым парнем. Когда Джастин уходит переодеваться, Джемма следует за ним, и между ними завязывается легкий флирт. Их разговор неожиданно прерывает Люк, который сообщает, что компания собирается использовать шары с веселящим газом. Однако Джастин предлагает альтернативу – игру «Правда или действие». Компания собирается в круг. Первый ход выпадает на Элеонор, бутылка указывает на нее. Крис предлагает ей поцеловать Джемму, и девушки выполняют задание. Пол с улыбкой замечает, что теперь ему, видимо, стоит поцеловать Криса, но Джастин быстро отвергает эту идею, пресекает шутку. Следующий поворот бутылки указывает на Джемму. Крис задает ей прямой вопрос, согласна ли она снова быть с ним, но Джемма без колебаний отвечает отказом. После этого Джастин сам берет инициативу, раскручивает бутылку и намеренно направляет ее на себя, выбирая правду. В этот момент он делает шокирующее признание. Феликс не в Чили. И где же он? Брат покончил с собой. На самом деле он покончил с собой, повесившись в этой хижине. Первоначально гости принимают его слова за неудачную шутку, но Джастин смотрит на них так серьезно, что смеяться перестают даже самые скептичные. Джастин рассказывает, что причиной самоубийства брата стали унижения, которые тот терпел, и что он намерен разобраться, кто именно виноват. Постепенно становится ясно, что вся эта встреча – ловушка. Джастин вооружен, и его хладнокровие заставляет всех замереть от ужаса. Он вынимает записку Феликса с надписью, содержащей ругательство, сказанное Крисом на вечеринке. Крис пытается покинуть хижину, но Джастин преграждает ему путь. Раздосадованный Крис бросается на него с кулаками, но Джастин, обладая военной подготовкой, легко отражает атаку. Элеонор пытается помочь Крису, тихо подкрадываясь сзади с бутылкой вина, но Джастин быстро замечает ее и резко отвешивает пощечину. Когда вмешивается Пол, пытаясь остановить насилие, Джастин достает револьвер и, не обращая внимания на отчаянные просьбы Джеммы не причинять никому вреда, стреляет Полу в ногу. Обстановка опять накаляется, и группа погружается в шок и ужас. Джастин же остается хладнокровным и решительным. Наведя оружие на Криса, он приказывает тому встать и заявляет, что тот должен понести ответственность за свои поступки. Джастин признается, что видел видеозапись с вечеринки, где Крис жестоко унижал Феликса. Он убежден, что именно действия Криса стали причиной самоубийства его брата. Пол потянулся к телефону, надеясь позвать на помощь, но Джастин быстро среагировал, метко выстрелив и выбив телефон из его рук. Пуля задела его палец, оставив глубокую рану. После этого он приказал Люку связать всех друзей и забрать их вещи. Люк подчинился без возражений. Он связал их, лишил возможности сопротивляться и по указанию Джастина спрятал все собранные вещи в закрытый ящик. Когда пленники остались беззащитными, Джастин вновь потребовал сказать, кто отправил открытку. Однако никто не признался, каждый отрицал какую-либо связь с ней. Устав от их молчания, он решил дать им время подумать и вышел из хижины вместе с Люком. Снаружи Джастин спросил, отправлял ли тот открытку, но парень сразу же все отрицал, утверждая, что Феликс был его другом и он не имеет к этому отношения. Испуганный парень попытался убедить Джастина оставить свои планы мести, но тот был слишком захвачен горем и яростью из-за смерти своего брата. Джастин начал уточнять детали произошедшего на вечеринке на Хэллоуин, зная, что именно Люк продал Феликсу наркотики, чтобы тот набрался смелости подойти к Джемме. Несмотря на неодобрение, Джастин не стал наказывать Люка, хотя очевидно, что ему было неприятно обсуждать это. Вместо этого он спросил, кого Люк считает виновным. В это время внутри хижины разгорелся спор. Элеонора и Джемма были убеждены, что открытку отправил Крис, основываясь на его словах и том, как их отношения с Джеммой закончились из-за Феликса. Пол же, напротив, настаивал на невиновности Криса, пытаясь успокоить остальных и переключить их внимание на возможный побег. Он предложил всем попытаться освободить руки и попросил Джемму достать инструменты с верстака позади них. Однако, когда она двинулась, ее стул упал, издав громкий звук.
Джастин сразу же вернулся в хижину, привлекая внимание к неудачной попытке побега. Пол предпринял еще одну попытку уговорить Джастина отпустить их, но вместо этого началась новая, еще более опасная игра. Джастин решил использовать бутылку, чтобы случайным образом выбирать участников. Первый ее поворот остановился на Джемми. Под давлением Джастина она была вынуждена назвать виновным Криса, хотя это и не соответствовало ее убеждениям. Крис. О, Джем! Извини. Остальные также стали обвинять Криса, но тот отверг все обвинения, заявив, что находился в Испании в момент отправки открытки. Джастин, недовольный, решил обострить ситуацию, используя физические угрозы и оружие, чтобы заставить всех участвовать в его игре. Когда бутылка останавливается на Крисе, он выбирает вызов. Джастин достает необычное испытание с кислотным тестом. Он вводит Джемми трубку, соединяющую два контейнера. В одном находится вода, а в другом кислота. Затем Джастин заявляет, что от выбора Криса зависит жизнь девушки и требует указать на один из контейнеров. Крис долго колеблется, охваченный страхом и давлением, но в итоге делает верный выбор. Жидкость из безопасного контейнера проходит через трубку, и Джемма остается невредимой. Теперь свидание исключается? Следующий ход указывает на Элеонор. Она выбирает правду. Джастин спрашивает, кто следующий должен пройти кислотный тест. Под угрозами она называет Криса. Вскоре Крис признается, что это он отправил открытку, но Джастин раскусил его ложь. Тогда Пол взял слово, резко заявив, что никто из присутствующих не был другом Феликса, так как он не пользовался симпатией из-за своей странности. Пол также отметил, что Феликс шпионил за ним и Леонорой и намекнул, что считал его гомосексуалом. Это замечание привело Джастина в ярость. В итоге он заставил Пола выбирать контейнер в кислотном тесте, и тот ошибся, что привело к мучительной гибели Криса. Ситуация становится хуже, когда в дверь хижины постучали. Это оказался Джонси, знакомый Люка, который нашел их по GPS. Он потребовал впустить его, думая, что там крутая вечеринка. Джастин, встретив его снаружи, быстро взял ситуацию под контроль. Несмотря на сопротивление Джонси, в том числе использование перцового баллончика, бывший военнослужащий обезвредил его, сломав ему руку и использовав баллончик против него самого. Джастин решает испытать Люка, вручая ему револьвер и ставя перед выбором – выстрелить в Джонси или в самого Джастина. Он предупреждает, что в револьвере всего 3 патрона, и шанс убить выбранную цель составляет 50%. Если Джонси останется жив, Джастин обещает отпустить его, но если Люк промахнется, пытаясь убить Джастина, все остальные погибнут. После долгих колебаний Люк стреляет в Джонси, убивая его. В это время внутри хижины группа отчаянно пытается найти способ освободиться. Джемма, поднимая стул к верстаку, достает инструменты. Несмотря на очередное падение, ей удается схватить пилу и начать освобождаться, пока Джастин отвлечен снаружи. Освободившись, она планирует помочь остальным, но Элеонора убеждает ее бежать, объясняя, что времени на спасение всех нет. Джемма уходит, что вызывает раздражение Пола, так как шанс сбежать был у всех. Могли убежать. Много ты не набегаешь. Снаружи Люк переживает нервный срыв из-за убийства человека. Он пытается вернуть револьвер Джастину, но тот настаивает, чтобы Люк оставил оружие, утверждая, что теперь ему можно доверять. Джастин успокаивает парня, заверяя, что его семья прикроет любые последствия, и Люк окончательно становится на его сторону. Когда они возвращаются в хижину с телом Джонси, брат убийцы замечает, что Джемма сбежала. Он бросается к машине, чтобы ее найти, оставив Люка охранять Элеонору и Пола. Джемма тем временем убегает в особняк и обнаруживает Феликса. Оказывается, он жив, но прикован к постели и практически парализован. Инвалид молча наблюдает за происходящим через экран. Джемма обвиняет его в жестокости, но он не может ответить. Вместо этого взглядом он предупреждает ее о присутствии Вудбриджа позади нее. Смотритель оказывается человеком, который спас Феликса и ухаживает за ним после неудачной попытки самоубийства. Однако повреждение мозга сделало Феликса практически недееспособным. Джемма пытается скрыться, спрятавшись под кроватью. Вскоре она замечает маленький нож, приклеенный к пальцу паралитика. С помощью него она берет Феликса в заложники. Забрав ружье, она пытается уйти, но Вудбридж снова нападает, и в ходе борьбы Джемма случайно убивает его. Вернувшись к Феликсу, девушка пытается воспользоваться компьютером, чтобы позвать на помощь, но интернет отключается, и она понимает, что Джастин нашел ее. Она пытается сбежать, но безумный братец возвращает ее в комнату Феликса и ломает ей шею.
парнишка закрывает глаза, чтобы не видеть ее смерть. В хижине Элеонора уговаривает Люка отпустить их, но тот, боясь Джастина, отказывается. В разговоре выясняется, что именно Люк отправил загадочную открытку, сделав это из-за зависти к богатству Феликса. Семейка его ужасно богата! А вот я все сам! Пол, теряя много крови, просит Люка вызвать врача, а Элеонора использует хитрость, притворяясь, что ей нужен волшебный порошок. Когда Люк подходит ближе, она кусает его за палец, освобождается и сбивает его с ног. Люк падает на грабли, а Элеонора освобождает Пола и берет оружие. Девушка пытается сбежать с Полом, но тот едва может двигаться. Джастин возвращается с братом в инвалидной коляске. Элеонор стреляет в Джастина, ранив его в плечо. Но когда пытается добить последним патроном, Джастин перехватывает оружие и ранит ее отверткой. Пол приходит ей на помощь и ранит его ножом. Элеонора разбивает кислотный контейнер об голову Джастина, и вскоре он оказывается привязанным к столбу. После этого девушка заставляет Пола сесть в машину Джастина, где он обнаруживает тело Джеммы. Элеонор остается с братьями, чтобы сыграть в правду или действие. Она словно заранее знает, почему Феликс пытался покончить с собой, и побуждает его взглянуть на того, кого он боится больше всего. Феликс, не колеблясь, смотрит на своего брата. Кого ты настолько боялся, что свел счеты с жизнью? Элеонора начинает раскрывать мрачные детали прошлого. Оказывается, после банкротства ее отца она обратилась к Феликсу за поддержкой его семьи. В процессе она записала их поцелуй, чтобы использовать это как средство давления. Но на этом ее интриги не закончились. Она убедила Феликса оказать услугу Полу, когда тот вырубился на вечеринке, и сняла это на видео. Понимая, что его гомофобный брат может узнать о компрометирующей записи, Феликс попытался покончить с собой, чтобы избежать разоблачения. Теперь, когда правда стала явной, Элеонора передает Феликсу гранату, прикрепляя чеку к его пальцу. Затем она выходит из хижины и садится в машину, оставляя братьев наедине. Через мгновение раздается взрыв. Девушка, сдерживая слезы, уезжает, увозя Пола и тело Джеммы. Весьма добротный сценарий, который удивляет на каждом шагу, встречается с весьма убедительной актерской игрой молодых, не надоевших актеров. В итоге перед нами крепкий середнячок в своем не самом популярном жанре. На момент выхода этого пересказа данный фильм имеет оценку в 5,9 балла на Кинопоиске, а также 5,6 балла на IMDb. А как бы вы оценили данную ленту, обязательно напишите в комментариях. На этом наше видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, тогда обязательно поддерживайте этот ролик лайком, а канал подпиской, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а с вами был Стас, который уже готовит для вас новый пересказ. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!